Юкине, как закончишь там, помоги по лавочке. Ладно. Отлично. Похлебка готова. Спасибо за помощь, ранняя пташка. Всем привет. Хиюри, рад видеть. Смотрю, и правда тут начал подрабатывать. Ну, сама знаешь. Надо отработать то, что спер. Юкине. Я, старая размазня, тут уж отказать не смог. Немало дурного случилось, но ты все же встал на путь истинный. Ну, есть такое. Просто я-то сам не может заработать на жизнь. Кстати, ты же хотел кое-что у Хиюри попросить. Да неважно уже. А что? Ну... Ты ведь скоро старшеклассницей будешь. Вот он и хотел попросить у тебя старые учебники и тетрадки. Хочет учиться, как нормальные ребята. Все равно ты их выкинешь. Конечно! Бери, что хочешь! Да что на вас нашло? Ага, а вот и вы! Не забудьте, вы мне должны! Мы же помогли я-то по твоей просьбе, Хиюрин! За каждое желание мы берем вот столько! 5 йен, верно? 5 миллионов! А раз помогли мы вам дважды... 10 миллионов! Без паники! Ты же нас милашка, да и новичкам везет! Мигом сделаешь деньги! Погодь, Кофуку! Хиюри же школьница, ей положена скидка. Точно! Тогда одного лимона хватит! Гляди, как извернулся! Нам 90% скинули! Торговаться с нищебогом одно удовольствие! Ты еще не вылечил меня! А теперь в долги вгоняешь! Ты за все заплатишь, я-то! Интересно, из какой Хиюри секции? Бездомный бог. Внимание! Материал для зрителей старше 16 лет. Старик! Пришел тебе спасибо сказать. Говорят, не сладко тебе пришлось, я-то. Че, правда? Правда! Как можно так запустить скверну? Наверняка было ужасно больно. Я давно не встречал таланта подобного Секи. Чёрта с два я с ним расстанусь. Мне хотелось натаскать его как следует. Я нарочно ждал, пока он осознает все свои страхи. Что ж, понимаю. Однако... Вы мне, ребята, удружили. Айда Тамоне, моя бывшая напарница. Мою сильная и прекрасная девушка. Жизнь с бродягой и не тому научит.
Ну, я строгий хозяин. Так на тебя уже 4В надо вместо 3, да? Вонючий, вшивый и веселый. Это что? Выскочка. Приветствие. Приветствую. Правда, давайте поговорим в другом месте. Владыка. А, чего? Одного орудия не хватает. Кажется, Мию? Она ужалила господина Мицидзан, и поэтому ее прогнали. Она пала? То, что произошло с тобой, Юкина, оказалось весьма заразным. Оно смогло поразить даже тех, кто лишь услышал об этом. Помоги мне стать учителем, когда я вырасту. Стоит лишь раз ужалить хозяина, тебя ждет изгнание. Этот обычай действует здесь издавна. Простите меня! Ранить ближнего или себя самого значит предать хозяина, который нарек тебя. После омовения у тебя забирают имя и отпускают, что очень милосердно. Если тебе повезет, тебе подберет другой хозяин. Если же нет... Простите, я не хотел! Тут уже ничего не поделаешь. Только ты не сильно переживай за этого, а то навредишь Ято. Мы прекрасно понимаем, что... ты тогда чувствовал. Если священное оружие не поддерживает границу, оно вскоре падет. Мы ведь такие же жители того света, как и призраки. Будь осторожен. Тебя всегда окружает тьма. Тьма. И все же я-то тебя не бросил. Поклянись своим именем, что впредь будешь оберегать хозяина. Хорошо. Клянусь именем Юки. Ты чего? Кстати, старик, поделись своей мудростью. Это насчет Хиёри. После аварии она стала призраком при жизни. И я взялся это дело исправить. Только я понятия не имею, что делать, поэтому все время откладываю. Но она не раз меня выручала, так что я должен наконец постараться ради нее. Эх, безнадежный ты, юноша. Что ж, попробуй рассечь узы между вами. Возможно, это исцелит ее от странного недуга. Рассечь узы? Именно из-за тебя она так сосредоточена на нашем мире. Попробуй рассечь эти узы. В этом ты мастер. Эпизод 10. Презренный. А в библиотеке учиться проще, чем дома. Ага. Ладно. Отлично потрудились. В следующем году нас ждут важные экзамены. Надо выбрать, какой храм посетить на Новый год. Конечно, нужно помолиться, чтобы быть здоровой, успешной в учебе, красивой, богатой, красивой, и чтобы дома все было хорошо. А, дважды красивой? Ну, это очень важно. Сколько желаний, богам придется туго. А зачем они еще нужны, как не для этого? Плевать, пускай трудятся. Эх, кстати, о желаниях. Сейчас только и говорят об одном боге. А, я слышала. А что говорят-то? Если скажешь ему имя того, чьей смерти желаешь, он и в самом деле от него избавится. Великий Лава, откликнись. Как-то так, верно? Верно. Великий Лава? Не слыхала о таком боге. А, это просто новое веяние. Да-да. А это у тебя учебники, Хиёри? Они же старые. Зачем они тебе? Подарю их другу. Учитесь без продыху, ребятишки? Дай Коко, принеси мне рис в чае. А ты что делаешь в моем доме? Да ладно тебе, пойди не чужие. Я сюда Юкины пустил учиться, а не тебе отдыхать. Иди пожу чайные листья. Чтоб тебя. Нет, давай заново. Да ты сурова, Хиёри. Ты наделал ошибок вот тут и вот тут. Будь внимательней. Хорошо. Где? Ну-ка покажи. Эти штуки проще запоминать через рисунки. Вот. Записки у изголовья, Сэйсю Нагон. Записки от скуки Йоси Декенко. Талант! Что, прониклись?
Блин, думаете, я вчера богом стал? Хватит разводить каракули! Не смей так называть мои шедевры! Может, уж лучше денег на них заработаешь? Лично мне мешаешь. Чего вякнул? Что? Да ничего. Хиёри! Насыпь туда соевых бобов. Хорошо. Что-то эти новости все крутят и крутят. Ты уж осторожнее на этой ночной прогулке. Не бойся. Со мной будут Ами и Яма. Хоть бы обошлось. Ты ведь не дрыхнешь? Пора уже пройтись по храмам. Гуляем на полную. И ты взялся за такую дурную работу в новогоднюю ночь. Уборка – весьма достойное занятие, когда научишься маленьким фокусам. Однако, зачем псу такой дворец? Огромная конура. Ага. Обалдеть, пол с подогревом. В натуре? Сдохну от зависти. Алло, на связи бог по вызову Ято. Доступный круглый год. Ято! Ты, Хиёри? Что там у тебя? Ну, не хотите сходить со мной в святилище Юсима Тензин? Зачем обязательно идти к старикашке? Посети мой храм. Ну, у нас скоро экзамены будут. А у тебя храма нет. Возьму и построю прямо сейчас на твою зарплату. Мелочный божок. Знаешь, там будет полно ларьков со всякими вкусностями. Ларьки? Уже идем. Хочу яблок в карамели. Ну, до встречи. На полную, так на полную. Только не бегай, а то прическу испортишь. Хорошо. Повернись-ка. Очень красиво. Я пойду. Это и есть полупризрак, что искушает Ято? Да. Убьем ее, Рейки. Не спеши. В чем дело? Она нам может еще пригодиться. Хиёри! С Новым годом! А как же ваши гулять на полную? А мы и так. Я пожертвую кучу денег. Экзамены там, поступление в новую школу, а также привлекательность. Остынь, балда. Весь наш класс спокойно перейдет на следующий год. Я-то не волнуюсь, а вот Хиёри... Я не волнуюсь. А, кстати, к нам позже может кое-кто присоединиться. Не возражаете? Мужик, ты поэтому вся нарядная? Видать, ты решила выказать намерение стать совсем другим человеком в новом году. Нет, не в этом дело. Молодец, так и надо встречать Новый год решительно. Да не в этом дело. Хватит вам уже. Хочу быть привлекательной, пусть все парни будут мои. Хочу успешно пройти в старшую школу. Я много раз заходила к вам просто так. Надеюсь, у всех нас будет хорошо и радостно. Хочу клюцок с осьминогом. Вкуснятина. Хиёри, а ты будешь? Ага. Ято, погоди. Хиёри. Эй, Хиёри. Хиёри. Первый приступ сна в этом году. Да. Мы пропустили Новый год, потому что ты тормозил. Ну, извини. Не в моих привычках оставлять хоть пылинку. Хиёри нас поди заждалась. СМС?
Обычный заказ на истребление призраков. Мы как раз на месте. Тут они и водятся. Ко мне, Сэки! Нечистый, что смеет осквернять эту благословенную землю. Я, бог Ята, явился, дабы уничтожить зло своим Сэки и изгнать твой нечистый дух. Изыди! Отлично, так держать. Всегда пожалуйста. Их тут так много! Без паники, Юкины, прорвемся. Юкины, ты изменился. И продолжишь меняться дальше. Поверь же в себя! Давай же, Ята. Яви же мне силу орудия, что ты с таким трудом закалил. Ято! Ты где? Я его не чую. Нора. Здравствуй. Ты не видела Ято? Я думала, он пошел сюда. Это же изволь не фамильярничать со мной, жалкий призрак. Когда успела? Омовение состоялось во многом благодаря тебе. Ты видела? Я уж надеялась, что мальчишки отберут имя. Быстро скачешь. Цельтесь на ее нить жизни. Только смотрите, не откусите. Что я тебе сделала? Ничего. Ты просто мне не нравишься. Им конца нет. Действительно, вот пристали-то. Какая жалость. Мои маски на большее не способны. Испугалась? Ведь дальше будет только страшней. Злой бог лавы пробудился. Лаву? Великий лава, откликнись. То есть,
Стоит лишь пожелать, и лава убьет кого угодно. Призрака или человека. И даже бога. И вот лава, купающийся в крови бог несчастья с того света, явился сюда, дабы убить Ята. Ну, у Ята есть Юкина. После встречи с тобой Ята ослаб. Так что будь душкой. Просто исчезни. Давай, ко мне! Кажется, всех собрали. Хорошо. Покажи мне свою силу, потаенную в твоем израненном сердце. Боль, которую заставила тебя бить окна. Хорош! Давай! Вынесем их одним махом, Юкине! Нечистые, что смеют осквернять эту благословенную землю. Я, бог Ята, явился, дабы уничтожить зло своим Секки и изгнать ваши нечистые души. Прочь! А вот и все, Юкине. Юкине. Побежали к Хиёре. Ага. Яблоки в карамели, яблоки в карамели. Хиёре купит мне 10 штук. Ты ее разоришь! И такова? Такова твоя трепещущая сила, Ято? Только не засни посреди дороги. Не засну. Хиёре! С Новым годом, Хиёри! Хиёри! Поздравляшки! Что, уже уходишь? Ларьки еще открыты, пойдем. Будет мне новогоднее подношение. А может, и денежку пожертвуешь, а? Чего? Простите. Ты чего, Хиёри? А кто вы такие? Продолжение следует. Перевод на русский Женя Казупа, Мария Гостюхина. Текст читали Трина Дубовицкая, Джеме Анкорд. Отдельное спасибо Санрайзу и Фубу. Видео предназначено для бесплатного домашнего ознакомительного просмотра. Сайт anidub.com. Релиз не для продажи. Что случилось, Вина? Простыла? Ты и сам-то сопли по полу волочишь, Казума. В следующей серии «Бездомного бога». Брошенный бог. Что за комки шерсти? Наверное, кураха линяет. Это программа Apex Entertainment и Kodansha с поддержкой спонсора.